Так, я загрузился. Это автосейф. Я не знаю, где я сейчас буду. Вырубаем. О, отлично. Я оказался в том же месте, где я всех перебил. Только надо будет всех заново тут забомбить. Так, 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 так. Ребята. Меня задело, конечно, знатно. Фух, как тут потненько. Не ждали, а я пришел снова. Вы меня хотели утопить. За текстуру закинули, да? А вот шиш вам. Я так просто не сдамся. Блин, патроны. Ну что такое? Мне срочно нужен автомат. Говорят, что где-то автомат был в первых локациях, и я его пропустил. Но возвращаться я туда уже не хочу. Есть вероятность, что я его найду где-нибудь здесь. Так. Сейчас мы бочечку вкинем. Там, смотри, сколько ОМОНа. ОМОН, привет. Ой, тут еще дядя Бомбалейла. Сейчас подорвем его. Давайте, ребят, подходите сюда. Подходите. Тут сейчас будет... Вот это я бомбанул. Что ж, скоро вы присоединитесь к этим замечательным парням. Ладно, чё, попыточка number three. Надеюсь, что в этот раз меня не бомбанут. И я не упаду под текстуры. Так, ребятульки. Вот так вот бочечку сейчас кину вот здесь. Пошумим немножечко. Так, ребят, бежим. Я ее поджег. Или не поджег? Долбанная бочка, она не подожглась. Ладно, зато одного ОМОНовца бахнули. Сейчас мы вот этого Геннадия Петровича бомбанем. Есть. Отправился на покой. Ух, разобрались тут со всеми сопляками. Блин, а я думал, вот этого щитника я бомбанул бочкой. Но нифига подобного. Так, тут у нас никто не прячется? Нет, тут никто. Эх, мне бы гранаты. Это было бы сказочно. Это обычная бочка. Ладно, давайте сейчас проверим здесь все эти ящики важные с боеприпасами. Вот тут вот два ящика. Что у нас тут? Медикаменты, патрики. Медикаменты, патрики. Ладно, чё, открой свою личку. По-братски. О, зашибись, открыл. И мозги размозжил. Так, и вот тут вот еще у нас ящик был. Граната, наконец-то у меня теперь есть граната. Как я ее жаждал. Давай мы сейчас тут быстренько попьем, перекусим. И пойдем сюда, кажется нам сюда. Тут вот есть, ага, двери открыты. О, здорово. Давай мы в пукан. Прям в пятую точку. Ой, это больно. Кажется, ты обсикался, дружок мой. Прям туда. Все, не мучайся, я больше не буду тебя мучить. Выстрелом в голову я приговорил его. Так. Ну чё? Есть тут кто еще? О, мои любимчики. Павел и Машка. Как я только их уже не называл. Так, с Павлом мы сейчас разберемся вот так вот. Дулом. Там букай стоит еще. Дулом в голову. Просто. Не то, что я хотел. Вообще не то, что я хотел. Я не ожидал, что он повернется. Так, так, так. Гранату я не буду на этого бугая тратить. Гранату я оставлю для щитника. Так. Машка, ну чё, как ты? Как здоровится? Все ты? Выблевала все и поняла, и осознала, да? Что мы можем жить с тобой мирно? Блин, поцеловать я хотел, но не буду. Ты стрёмненькая, облёванная. Какие у тебя горбы сзади, а? Машку я оставлю, потому что, ну чё, она... Она контужен! Откуда ты вылез? Покемон! Да вас же здесь не было! Патроны! Ой, Машка! Вот эта подстава ты мне намутила. Блин. Вот эта подстава, аптечка где? Эти с паклями, откуда они повылазили? Их здесь не было. По-любому они телепортнулись. Машка, ты сама, короче, свою судьбу вершишь. Вот так вот. Я не ожидал от нее, конечно, такой подставы. Просто задница называется. Я еще поцеловать ее хотел. Так. Куча двигателей нашел, шестеренок. Кстати, по всей видимости, это последняя комната. Тут тупик, прикинь. Точно, здесь прохода нигде нет. Ну да, все, можем отсюда валить.
Ой-ой-ой, я только сейчас заметил, что я спать уже хочу. 4% я начну засыпать. Так, ну получается, нам теперь тяпать сюда нужно, да? Ну пойдем. Посмотрим, что тут у нас. Ой, Машка! Я ж только с тобой распрощался. Прям в глаз, да, тебе прилетел? О, нифига себе, глаз пронзило. Ой-ой-ой-ой-ой. Бежим, бежим, бежим. Двери закрываем. Потуси пока там. А я подзаряжусь. Че, наверное, стоит вернуться все-таки к поезду, пока мы тут недалеко, и поспать. А то кто знает, как далеко протянулись эти туннели. Фух, мой родненький поезд. Самое уютное место в этом долбанном зомбоящерном мире. Ну все, я выспался. Сейчас пью энергетик, чтобы окончательно проснуться. Тут у нас до сих пор бьется щитник, которого мы закрыли. Но мы же с тобой понимаем, что он слишком туп, чтобы понять, что он оттуда не выйдет ни при каких условиях. А вот с этим мы сейчас разберемся. Че это ты вокруг своей оси крутишься? Песня LJ про 360? Тебя вдохновила, что ли? Эх, Машуля, Машуля. Со своим красным маникюром. Кажется, что мы где-то уже рядышком. Рядышком с утопленной комнатой. Но это не точно. Так, еще одна стрела. И ты уйдешь в ад. Стрела, дал быстро. Что у нас там? Ой! Ладно, с этим я разберусь быстро. У меня уже маловато патронов осталось для дробаша. Да что ты будешь делать, а? Как меня бесят эти чуваки в касках. Блин, 3 раза меня ударил. Жесть. Там и щитник еще. Так, кажется, надо применить гранату. Ребятульки, давайте. Вот вам гранатка. Прям под ноги вам ее кинул. Отлично. Чуть-чуть его, конечно, покоцало, не сильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежим! Бежим, бежим. 2 патрона осталось. Надо таблетки сожрать. О, ему руку отбомбило гранатой, ништяк. Накрыло щитом. Покойся с миром. 1 патрон остался для дробаша, это вообще печальничка. Печальничка. Ну и словечки я выдумываю. Так, ящики. Отлично, ящики мне нравятся. Сейчас перезаряжусь, я вижу, что там кто-то стоит. О, Машуль. Мы с тобой прощаемся уже несколько раз. О, ништяк. Пригодится. Так, тут проход можно открыть? Нет, закрыто. Тогда нам сюда. Еще ниже. Еще ниже будем спускаться. Какие они стелсеры, а? Их даже не запалить из-за угла. И вот ради интереса загляну в ящики. Блин, металл, дерево. О, вот это я заберу. Ткань нужна. 38 килограммов я уже таскаю. Блин, до поезда же доходил, надо было все это сбросить. Ай, дрямая башка. Ладно, идем. Идем вниз. Вот вода, кстати. То есть мы где-то рядышком. Да что такое? Всю обойму почти выпустил. Кстати, у меня с собой 605 патронов для пистолета. Это очень круто. Но не круто то, что скоро у меня сломается пистолет. Вообще не круто. Мне кажется, ли там в воде что-то есть? А, это мусор. Так, ребят. Блин! Машка чуть не чмокнула меня, но успела выпустить свое яйцо. От реблевантина. У меня попить-то там есть что? Воды нет, вообще катастрофа. Сейчас вены на лоб полезут. Так. Ты видел это? Как он здесь появился? Это что за телепорт? И меня это бесит. Но вся проблема в том, что у меня закончился дробаш. 1 патрик остался на дробаше. Давай мы ее используем. И это мне, конечно, не помогло. О, отлично. Все, мне срочно нужны патроны для дробаша. И у меня вены полезли на лоб. Я пить хочу, жрать хочу. Пожрать-то у меня где-то было чепсики. Вот. Может быть, здесь что найду? В этих ящиках. Пожалуйста, вода. Ключ. Ключ, о котором говорили. И я его не взял, потому что у меня нет места. А, нет, я мотор не взял. Ну и фиг с ним, с этим мотором. А патрики я бы взял.
Так, нужно что-то выложить, Вот эти двигатели я сюда положу. Все, отлично. Место появилось. Блин, это стол. Я думал, опять какой-то зомбарь появился. Так, кажется, это выход наверх. Но не факт. Что же тут за углом? Машка, ты задолбала меня пугать уже, а? Кругом одни Машки. Все выше и выше и выше. Спускались на дно, теперь поднимаемся. Так. Опа. Подожди, это к поезду? Поезд, точно. Как же мне до него добраться-то, а? Может быть, я могу это ключом открыть? Хотя здесь нет замков. Но попробовать стоит. Так. Вот эту штуку я выкидываю. Она здесь осталась? На земле? Да, отлично. А ключик вот так вот. Не, этот ключ точно не открывает. А почитать же можно, что он открывает. Итак, южная дверь в туннеле. А, ну все понятно. Ну, пойдем искать эту южную дверь. Кстати, мне вот любопытно, а куда же мне потом в итоге на поезде-то ехать? И вообще, нужно ли будет? Может, я другой поезд найду? На другой стороне? И уеду на новом поезде? Так. Ой, валю. Даже не успел меня закоцать. Мастер. Он еще один идет. Он должен был, по идее, загореться. Но этого не произошло почему-то. Почему-то не произошло. Так, а еще нужно таблеточками вкинуться. Кто-то тут был. Щитник. Ну, блин, ненавижу их, вообще терпеть не могу. Так, надо обмотаться бинтиками. Сейчас убежим подальше. Бинтики, бинтики. 12 бинтов, блин. Хоть замотаюсь нормальненько, как мумия буду теперь. Ну что, показывай свое личико. Давай еще разок. Да блин, близко подходишь, чувак. Близко, я нифига не вижу. Давай еще раз свое лицо. Наконец-то. Наконец-то. Ну что тут? Что тут любопытного, интересного? Ой-ой-ой. Да упади же ты уже, а! Level up. Ништяк. Так, что бы вкачать? Выносливость, сила. Давай силу. Погрузку увеличим, да. Теперь 40 килограмм могу таскать. У огонька хоть погреться, что ли. Ой, хорошо как. О, Машуля, я тебя вижу. Вот так вот тебе, в горб прям тебе. Че ты думаешь, от меня убежала? Ого, нифига себе, первый раз вижу, чтоб я с пистолета размозжил кому-то мозги. Жесть. Вот это я мощный. Водичка, пожалуйста. Вода. Вода. Обломись, не будьте здесь воды. Ты сгниешь. Иссушишься. И будешь как Машка. Жирным и блевать яйцами. Так, ну что, тут у нас тупик. Где эта южная дверь, чертова? Как далеко мне еще... Автомат, точнее холодильники. С водичкой, я надеюсь. Ой, сколько вас здесь, ребята. Вот тут бы пригодилась граната. О, блин. За дверью стоял. Патрики. Патрики. Да ты сляжешь, нет, а? Наконец-то. Так, там Машуля наблевала чуть-чуть, но ничего страшного. Ждала меня прямо у дверных проемов. Типа, ну где же ты, мой любимый? А я такой, шиш тебе. Вначале давай мы обыщем вот эти вот холодильники. Вода, пожалуйста, ну хоть в одном. Да капец, ну чё? Подстава! Беги! Так, что у нас тут? У нас тут две двери. Но они открыты. Ух ты, это кухня. Там по-любому будет вода. Мы сейчас туда заглянем, а что тут? А тут, о, комната с сиреной. Ладно, вначале на кухню сходим. Пиццы мне принесите, пожалуйста, официант. Я хочу кушать. Хватит уже долбиться в двери. С той стороны тоже кто-то есть. Не будем обращать внимания. О, вода наконец-то. Аллилуйя. Слава богу, я нашел тебя. Господи, я так хотел пить. Еще бы водички.
Еды в достатке, воды не в достатке. В печке таблетки. Вода отлично. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Я шуганулся. Еще вода, ништяк. Теперь обопьюсь. И еще вода. Просто чума. Так, ну все. Давай откроем эту дверь, посмотрим, кто там. О-о-о-о! Вот это сюрприз. Можно эту дверь закрыть? Нет, нельзя. Блин. Вот это, конечно, дела. Аптечечка на помощь мне сейчас придет. Так, ну все, я готов. Я готов с тобой сразиться. Хотя нет, надо поднабрать немножечко хп. Так. Давай, открывай свой личико. Блин, Ой, патроны закончились. Патроны закончились. Патрики. Наконец-то. Ушантембл тебя. Машуля, где-то я видел тебя. Там еще не только Машка. Две Машки. Твою ж налево. Не-не-не. На такое я, конечно, не рассчитывал. Это слишком много для меня. Двух я не вывезу. Хотя, по-моему, вывез. Да, вон они. Друг на дружке лежат. Капец. И что же они там охраняли таким табуном? А-а-а, хо-хо-хо-хо. Ништяк. Жрачка. Они жрачку охраняли. Вон оно что. Кто же их тут, интересно, закрыл? Знали, где прятаться. Водички. Мест нет. Ну, блин. Двигатель, короче, выкидываю. Потому что мне сейчас он не принципиален. Че в холодильниках? Вода. Вода. Ой, ништяк. Ой, как хорошо. Я теперь жить могу вечно с этим пропитанием. Ну, то, что я тут нашел. Вот сейчас мы и устроим себе пир. Ништяк. Можем продолжать свой святой путь. Святой, потому что у меня есть фонарик. А, не то, что ты подумал. Ой-ой-ой-ой-ой. Как ты выскочил-то, а? Негодяй. Придется бинтиком замотаться. И еще противовирусную выпить. Инфекционный, точнее. Здесь никого нет, отлично. Лабораторная крыса выползла. Посмотри, что тут происходит. Эта дверь закрыта. Ну чё, все? Мой путь завершен. Я пришел к южным дверям. Нет, не пришел. Ла, бежим! Успел, успел. Я видел, что она выпускает яйцо. Но моя реакция быстрее, чем ее летающие яйца. Прощай. Куда побежал, А что такая живучая-то? Не ожидал от тебя, Машка. Денежки, патрики, шестеренки. Что у нас в ящичках? Вода нам уже не так сильно нужна. Энергетики. Здорово. Ну что, южная дверь, где же ты? Мы за вот этими прутьями. Блин, напугал меня немножечко. Ну чё, ребят? О, Машуля! Она сошла с ума, она в своего же выстрела. Видимо, я ее напугал. Так, сейчас там облако это едко исчезнет. Я зайду сюда, посмотрю. А тут, в принципе, ничего интересного. Ладно, бежим тогда прямо. Ну где же наши двери? Двери, двери. Южные двери. Где же мы? Ой, здесь, кажется, будет очень огромное количество тварей. Твари и место их обитания. Это подвал. Это подвал. Бочки здесь есть? Слишком вас много тут. Прям я бы сказал, очень. Так, бочки есть. Надо вот это выкинуть. И взять бочку. И вон туда вот им кинуть. И теперь... Давай, бомбалейла. О, да. Кажется, я там никого даже не подорвал, слушай. Хотя, не, он горящие идут. Да, блин, сдохни ты! Какой же ты, а, блин, ну тут. Наконец-то. У меня сейчас уже пекаль мой сдохнет. Совсем чуть-чуть осталось. Перед тем, как мой пистолет окончательно сдохнет. Так, ребят, по одному, пожалуйста, выходите.
аппарат уродцев каких-то. Ну все, пистолет сдох. Жизнь моя осложнена. Ой, щитоводцы, я вас просто... Три щитоводца. Ой, ё-моё. Нельзя так делать. Получила по черепухе. Медикаменты у меня есть? Есть, отлично. Фух, сейчас замотаюсь и буду бито их всех мочить. Кстати, у меня у дробаша 10 патронов. Отлично. Сейчас заряжусь. Сейчас, не подходи ко мне, не подходи. Не подходи ко мне. Вот так вот. Отлично. Так, на щитоводцев я не буду патрики тратить. Уверен, что там еще есть для кого их припасти. Ну что, бочка, бочка. Бочка есть. Сейчас я их подорву нафиг. Этих щитников. Ребятульки. У меня для вас фейерверк. Так. Бочечку сюда. О, да, вот то, что нужно мне было. Все было по плану. Тот у меня сдох, который в двери. Да, сдох. Ништяк. Так, Машка бежит. Сейчас мы с ней расправимся при помощи стрелы. Ништяк. Еще одна Машуля. Красота. Да. Смекалка вовремя ко мне пришла. Особенно с этой бочкой. Надеюсь, что я здесь найду ценный ящик с оружием. Например, хотя бы с пистолетом. Хотя ящиками тут и не пахнет. Вообще, конечно, не пахнет. Ладно, хорошо, что у меня хотя бы лук есть, слушай. Машек с первого раза вообще вырубает. Так, надо запомнить, что Машки не любят лук. Вот этим, конечно, пофигу вообще. Но вот со второго выстрела они, конечно, ложатся. Ой-ой-ой-ой, какой-то страшный. Страшный, боюсь. Да сдохни ты уже, а! Просто вообще неуловимый мститель какой-то. Ну чё, ящики-то будут? Нет, цены. Там вон щитник стоит. Обмотаемся сейчас аптечкой. Нет, бинтиками лучше. Мне вот не нравится то, что там кто-то ломится в эту дверь. О-о-о! Вот это, конечно, не очень круто. Так, посмотрим, сколько стрел нужно всадить в него, чтобы он сдох. А еще стрел ломается, это не очень круто. Я потом с него не собрать будет. Да блин! Еще одна сломалась. Ой, не туда. Бежим! Бежим, бежим, бежим. Так. Отлично идем. Хорошо. Не зря в тир походил. Ой, тупик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было близко. Наконец-то! Со скольки? С пяти? С шести стрел ушатал. Так, все стрелы собраны. Пойдем дальше. Щитник вышел. Так, интересно, попаду я по нему или нет? Давай, открывай личко. По-моему, это сложно будет сделать при помощи лука. Да, бесполезняк вообще. Вообще, дробаш, у меня же есть дробаш. Давай, я здесь. Хо-хо, с первого раза, отлично. Так, тут ящик есть какой-нибудь? Да нифига тут нет. Ладно, откроем эту дверцу. Машка, блин! Но, по-моему, я ее ушатал. Да, она мне, конечно, подстава намутила. Нет, живенькая. А, я ей в грудину выстрелил. Давай-ка, заберу я сейчас свою стрелу амуровскую. Ну чё, ребят, вы меня ждете там, да? Чертовски любопытно, что же все-таки откроет этот ключик, который мы нашли. По-моему, ему в два глаза попал. Ну да, смотри. Ой, 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 ой. Машке это не понравилось. Наверное, это ее был любовник. Машуля, давай я избавлю тебя от этой боли. Капец. Сколько здесь? Ну сколько вас здесь? Короче, я поползу, пожалуй. Поползу. Аккуратненько вот так вот. Я никому не хочу зла. Я уже задолбался стрелять. Главное, чтобы меня никто не настиг случайным образом. Блинский. Очень близко к ним. Очень близко. Так. А тут где проход-то, ребят? Где тут можно у вас пройти? Но, блин, началось.
промазал. О, все, бежим. Бежим отсюда к чертям. Бежим, 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 бежим. Двери не закрыть уже, все капец. Ой, я не в ту дверь выбежал. Вот это попадос. Я сейчас тут нафиг кони двину. А, энергия закончилась. Ребята, я не в ту дверь выбежал, простите. А, капец. Капец, капец. Где двери? Двери, двери, двери. Вот эти двери, по-моему. Кажется, они сюда. Я же их смогу закрыть? Нет, не смогу. Капец. По-моему, я вообще не в те двери выбежал. Бежим, бежим, бежим. Вообще. Вообще не туда. Вообще не туда. У-ху-ху-ху. Ребят, простите. Простите. Я просто бегу, куда глаза смотрят. Давай, давай. А, все. Я запутался в этих туннелях чертовых. Да еще и спаниковал, и, в общем, была глупая идея, конечно, пробираться на стелсе. В общем, на этом все. Если тебе понравилось, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан, и крутой комментарий. Ну, а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.